Замена защитного купола домофона Bewaard серии DKS-15120. За время эксплуатации домофона происходит износ защитного купола, связанный с его периодической очисткой от пыли. Появляются микроцарапины, которые на картинке проявляются в виде замутнений и препятствуют получению высококачественного изображения. Рекомендуемая периодичность замены купола один раз в год, хотя все зависит от интенсивности износа в каждом конкретном случае. Кроме того, необходимость замены может возникнуть в случае вандализма. Замену купола можно проводить, не отключая питание домофона. Сперва необходимо вытащить 4 заглушки, для этого воспользуемся шурупом или обычным саморезом. Немного вкручиваем саморез и достаем заглушку. Все 4 последовательно. За заглушками скрывались 4 секретных винта, которые необходимо выкрутить, используя отвертку из набора SCDS-21. Выкручиваем винты. Замена защитного купола осуществляется только в чистых ювелирных перчатках. Можно применять перчатки GLV-U01, которые вы найдете на нашем сайте. Аккуратно вынимаем рамку с куполом, не касаясь объектива. Проверяем уплотнительное кольцо. При необходимости поправляем кольцо, оно должно быть плотно установлено в паз. В случае загрязнения объектива его необходимо протереть, используя средства для очистки оптики. При неудаляемых загрязнениях придется обратиться в сервисную службу для ремонта устройства с его разборкой и заменой испорченных частей. Берем новый купол, снимаем с нового купола защитную пленку, устанавливаем его в рамку и затем все это в домофон. Наживляем секретные винты. Теперь необходимо нажать с усилием на рамку и, прижимая ее, докрутить винты крест-накрест. Возвращаем заглушки на место, впрессовывая их ручкой отвертки. Замена завершена.